Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня будет обзор из города Магнитогорск, магазин Fix Price. Я продолжаю снимать здесь обзоры. Адрес Калмыкова 1. Парфюмированный гель для душа от Parly Cosmetics. Сейчас с карты Fix Price 170 рублей. Объем 750 мл с экзотическим ароматом манго и кокоса. Нашла крем-гель для душа от марки Dove с миндалем 230 мл за 149. Крем для рук с медом, цена 79 рублей. Уточнение, с медом акации и облепихи. Другой цвет упаковки — это восстанавливающий крем с ароматом гречишного меда и ежевики. И последний вариант — это липовый мед и эхиноцея. Объем 140 мл. Вновь в продаже масло кокосовое 124 рубля. В бутылке 200 мл можно использовать как для волос, так и для тела. Еще одна новинка от Parly Cosmetics – это молочко для тела с дозатором. С экстрактом лилии, маслом гранатовой косточки, цена 124 рубля. На самом верху мне сложно достать, появилось много капсул. В зеленой упаковке 10 штук, 199 рублей. Персил за 249, в пакетах Биолан за 199. Салфетки из вискозы в рулоне 130 штук размером 20 на 20 сантиметров в разных цветах за 299. Универсальные салфетки подобного плана от марки Bon Home 140 штук размером 25 на 23 за 349. Бутылки для воды подходят для тех, кто очень много пьет воды днем или во время тренировок. Резиновое кольцо, ручка, мерная шкала и сверху кнопочка. Литровый объем, зеленые, фиолетовые и голубые. Цена 199, и по традиции давайте переведу. На самом верху мы с вами только начинаем. Следующая строчка, помним о цели. Продолжаем пыхтеть, не сдаемся. Почти все, и вы сделали это. В общем, все на позитиве, градиентная расцветка и шкала разная. Поднос 22 на 15,5 сантиметров, цена 49,50, состав пшеничная солома и полипропилен, они также есть и в других цветах. В очередной раз Fix Price радует нас стеклянными мельницами, объем 190 мл, сверху можно изменить помол, цена 99 рублей. Венчик, длина 27 сантиметров, состав нержавеющая сталь и дерево. Люблю такое оформление, цена 59 рублей. А в этом магазине низкие контейнеры вот с такой пленкой не пользуются спросом, но я нашла форму яйца. Все-таки люди, как и я, думают, что это непрактично. За 79. Комплект контейнеров для продуктов 3 штуки. Объем пол-литра, 850 мл и 1,5 литра. На выбор 2 варианта рисунка, цена 124 рубля. А вот и продолжение коллекции «Кашемир». К нам привезли фигурки. Обратите внимание, они осыпаются. Состав полирезин. На выбор 3 цвета. Цена 149 рублей. В этом магазине большой выбор декоративных фигурок лошадок. 3 цвета. Цена 149 рублей. Боремся вместе с Fix Price против колорадского жука. Новое средство «Эксперт». Пакетик на 8 литров воды. Цена 79 рублей. Ну что, товары в канцелярии все прибавляются и прибавляются. Новые пеналы с кошачьими лапками. Цена 59 рублей, цвета в ассортименте, есть шанс, что лапка будет стираться. Пластиковые цветные карандаши от марки Eric Kraus. 12 штук, цена 79 рублей. Я также здесь нашла папки от этого производителя с зип-замочком. 33 рубля. А мне понравились, без рисунков и цвета не яркие. В школу пригодится и мешок для обуви. Есть вот такой хороший прочный вариант со светоотражающим покрытием, внутри маленький карман на молнии. Также полоски на этих мешках отличаются по цвету. Рисунок с одной стороны, цена 299 рублей. Белый картон мультипульти, 14 листов мелованный, цена 59 рублей. Сегодня я заметила развивающее пособие в таблицах. Это лишь вариант, физика 7-11 класс. Недорого, 79 рублей. Набор для творчества, гравюра от марки Лори. Здесь на золотом фоне, а еще разные животные бывают на серебряном и разноцветном.
Сейчас цена 79 рублей. Набор простых карандашей в упаковке 10 штук, твердо-мягкие. Эффектно выглядят, но не уверена, что будет удобно такие точить. 59 рублей. Есть еще вариант вот с такими цветами. И тоже блестящие, но потемнее. Универсальная подставка для книг или тетрадей от марки Эрик Краус. Как я поняла, можно регулировать угол наклона. Вот в таких цветах я нашла в нашем магазине. И цена 149 рублей. Наушники с микрофоном по форме напоминают оригинальные от Apple, но здесь вход Type-C за 199. Что только не придумают для детей, светящиеся очки для вечеринки, Электро, 199 рублей. И судя по картинкам, они отличаются нанесенным рисунком. Пластиковая обычная полоска, сбоку есть кнопочка. Нажимаете, и они начинают светиться. Только свет кажется больше с одной стороны. А еще здесь меняется цвет и режим. Если вы еще не успели отправиться в отпуск и для детей нужны пляжные шорты, то для мальчиков есть вот такие с сеткой внутри. Состав полиэстер, синие с акулами, зеленые с бульдогами, есть с самолетами и, кажется, это рыба-меч. Цена 249 рублей. Обратила свое внимание на новые детские шорты для девочек с пряжкой. 65% хлопка, 35% полиэстер на резинке. Шорты достаточно плотные, не просвечивают, 349 рублей, но кажется, в нашем магазине только в таком цвете. Новые мужские футболки, цена 349 рублей, круглый вырез, короткий рукав. 100% хлопок, и представляете, этот рисунок должен светиться в темноте. Вот эта футболка тоже из этой серии, может быть, у тигра будут светиться глаза. В кассовой зоне вас ждут новые леденцы «Зажигай» со вкусом «Энергетик». Цена 29,50. Недавно у нас в магазине появилась новая вода Фаренгейт. В бутылке 0,5 литра. Цена очень доступная, 33 рубля. Я уже успела взять ее с собой в дорогу, а на днях выбрала именно Фаренгейт, когда были проблемы с пищеварением. А знаете почему? Фаренгейт — это не просто вода, а вода ионизированная и щелочная. В составе содержится магний, калий, кальций и другие микроэлементы. Думаю, не все знают, что щелочная вода нормализует кислотность в желудке. Я еще слышала, что если пить воду с высоким pH, а он здесь достигает 9,5, то уменьшится воспаление и изжога, и улучшится общее состояние. Вот вы знаете, для чего нужен магний в организме? А он, между прочим, влияет на наш стресс, точнее, он его снижает. Калий, который есть в составе, нормализует кровяное давление, а также сахар в крови. Кальций нужен для лучшего обмена веществ, для наших красивых ноготочков и также для костей. Ну а натрий, который здесь один из первых, вообще один из важнейших микроэлементов, находящихся в наших клетках. Приятно осознавать, что вода, которая полезная, находится в свободном доступе. Ее можно, кстати, пить каждый день. Я обязательно возьму себе за привычку. Поэтому, пожалуй, возьму сегодня сразу две бутылочки водички для себя. Привезли новый растворимый кофе со вкусом сгущенного молока. Внутри 20 пакетиков за 99. Заметила новую серию посуды, цена 149 рублей, глубокий салатник, на выбор две расцветки, объем 1,5 литра. Из этой серии есть вот такое большое блюдо, 32,5 сантиметра, 199 рублей, материал керамика. Привезли маленькие салатники, цена 79 рублей, из опалового стекла, рисунок отличается на них. Вот еще одна тарелка с коричневым и синим рисунком, цена 124 рубля, квадратная, 20,5 сантиметров. А вот маленькие боулы я находила еще в Челябинске, 62 рубля, объем 450 миллилитров. Пластиковая воронка, диаметр 12,8 сантиметров, сбоку то ли крючок, то ли ручка. Сиреневые, желтые, зеленые, 13,70. Органайзер для хранения, 59 рублей. 18 на 9 на 8 сантиметров. Есть две перегородки, одна повыше, другая ниже. Голубые, серые и персиковые. Эксперт Био, камеспрей, объем 50 миллилитров. От боли в горле, с картой 48 рублей. На сегодня все, обзор заканчиваю. Благодарю каждого за просмотр. Желаю вам удачных покупок, отличного настроения и пока-пока!